Приветствую всех на своем канале. Сегодня 28 мая 2023 года. Этой ночью была самая большая атака дронами на день Киева. Силы противовоздушной обороны сбили 52 из 54 запущенных россиянами по Киеву шахида. По данным Киевской городской военной администрации, воздушная тревога продолжалась 5 часов. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. Так, в Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание. Один человек погиб, один госпитализирован. Вспыхнула крыша одного из торговых центров. В Печерском районе загорелась крыша дома. Наш регион, опасность прошла стороной. У нас в Одессе не объявляли воздушную тревогу. У нас в Одессе не звучало никаких взрывов. На наш регион, слава богу, ничего не летело. Единственное, у нас в районе 5 часов утра поступила информация о том, что в Одессе во многих районах включили свет. Случилось аварийное отключение высоковольтной линии. На данный момент свет уже восстановлен, все в порядке. Всем желаю хорошего дня, подписывайтесь на канал. До встречи, пока.